Уфе постепенно начал пополняться штат работников коммунальных служб. За месяц трудоустроено 106 человек, 60 водителей спецтехники и 46 дорожных рабочих. Сейчас они задействованы в работе по уборке снега. Об этом сообщает городская администрация. Напомню, ранее в мэрии сообщили о повышении зарплат работников ЖКХ. Так, с февраля минимальная оплата труда механизаторов выросла до 45 тысяч рублей, а дорожных рабочих – до 32. На эти цели из бюджета Уфы выделили 263 миллиона рублей. При этом давно назрел вопрос о повышении оплаты труда дворников. Это, в свою очередь, может лечь на плечи собственников жилья, поскольку необходимо будет увеличить плату по статье содержания. Зарплата дворника заложена в строке содержания. Управляющая компания должна ежегодно выходить с предложением об утверждении тарифа содержания. Данный тариф утверждается на собрании собственников. Инициаторами данного собрания могут быть как жители, так и управляющая компания. И важно, чтобы предложения управляющей компании были обоснованы, чтобы жители могли проверить правильность расчетов и соответствие рыночным ценам. Если, допустим, предложение управляющей компании жители не поддержат, то они могут предложить свою организацию по уборке придомовой территории, с которой управляющая компания должна будет заключить договор. Отмечу, что по нормативу на содержание городской дорожной сети необходимо 7 тысяч работников. На 10 января их численность составляла чуть более 1500.